В Одинцовском филиале МГИМО в Большом актовом зале состоялась первая ярмарка вакансий. День карьеры – это уникальная возможность познакомить работодателей со студентами, которые в дальнейшем, возможно, станут их сотрудниками. Сегодня приехали на этот день карьеры не только представители работодателей муниципального образования и Московской области, но и федеральная служба. Это еще раз подчеркивает о том, что те направления и специальности, которые сегодня преподаются именно на территории Одинцовского района и реализуются в филиале МГИМО, они тоже сегодня востребованы. На ярмарке вакансий для соискателей было представлено 15 организаций, современные коммерческие компании и госструктуры, среди которых Scania Сервис, Сбербанк, Управление Федеральной налоговой службы, Министерство социального развития Московской области. Конечно, для нас это важно еще и тем, что наши ребята впервые смогут воочию, так сказать, посмотреть, непосредственно поговорить с представителями этих компаний, узнать, какие ждут перспективы трудоустройства, а также узнать, каким образом они могут пройти практику, что это очень важно сейчас. Для студентов подготовили насыщенную и интересную программу. Им пожелали успеха в учебе и поиске работы. Может быть, кто-то в будущем станет сотрудником Сбербанка, так как с ним в день карьеры руководство МГИМО подписало договор о сотрудничестве. Представители компании отметили важность и эффективность проведения подобных встреч. Ведь молодые, амбициозные и грамотные кадры – неоценимое приобретение. Вот мы ищем таких ребят, воспитанных, умных, образованных, которым интересно будет у нас работать. И наша организация – это хорошее место для старта. Я хочу отметить, что вот наша Федеральная налоговая служба, да, в лице руководства, уделяет очень большое внимание вот проводимым образовательными организациями вот таких дней. Хочется сказать об особенностях студентов МГИМО. Эти ребята обладают действительно уникальными компетенциями. Они понимают и международную политику. У них не существует языковых барьеров. Они действительно пригодятся на госслужбе. И они хотят, и они понимают специфику госслужбы, и мы, конечно же, их сопровождаем и ждем. Студенты, в свою очередь, тоже оценили предоставленную им возможность получить всю необходимую информацию о компаниях и работе из первых рук. Хожу, смотрю, и мне кажется, можно куда-то уже даже этим летом устроиться на, как я уже сказала, на практику, например, налоговую службу. Ну, я думаю, что это вообще прекрасная возможность просто найти себе работу, как-то посмотреть, куда есть возможность пойти. Сейчас очень трудно устроиться на самом деле, и это прекрасная возможность. Я постараюсь везде это походить, узнать, может быть, что-нибудь мне подойдет. Меня больше интересует практика, чем будущая карьера и места работы. Но это очень интересно, потому что мы можем получить новые знания насчет разнообразных мест работы и практики. Потенциальные соискатели смогли задать вопросы о стажировках, перспективах трудоустройства, а также подать резюме и заполнить анкеты на участие в программах набора сотрудников. Организаторы уверены, что встречи в таком формате станут хорошей традицией. Анна Пряхина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».